Всем привет! Видать, такие вещи, как защищенные смартфоны, популярны во многих странах. Потому что как можно объяснить то, что компания OKTEL анонсировала свой новый защищенный смартфон OKTEL WP8 Pro, ориентированный на любителей активного отдыха? Прочный корпус телефона может противостоять самым суровым условиям окружающей среды и имеет степень защиты IP69K. Стандарт защиты нового смартфона OKTEL IP8, IP69 и военный стандарт защиты MIL-STD810G. Все это говорит о том, что смартфон не боится воды, грязи и ударов. Как вы можете видеть, корпус OKTEL WP8 Pro имеет резиновое покрытие, а также металлические вставки левой и правой стороны. На задней панели находится тройная камера и вспышка. Спереди мы видим дисплей с каплевидным вырезом. Говоря о дисплее, он имеет диагональ 6,5 дюймов, разрешение экрана 1560 на 720 точек, и этого хватит для удобного просмотра фото и видео. Хотелось бы побольше, например, 1560 на 1080, но за те деньги, за которые его продают, то и такие характеристики хороши. Железо у нас среднее, а именно однокристальная система Helio A25 и модуль NFC. В телефоне установлено 4 ГБ оперативной и 64 встроенной памяти. И тех характеристик должно хватить для комфортного использования нетребовательным пользователям. Думаю, игры типа PUBG будет тащить на минималках. Ну а для пользования навигатором либо других программ должно хватить с головой. На задней панели располагается тройная камера разрешением 16 мегапикселей. Про другие две нет никакой информации. Я думаю, что будут на 3 и на 0,3 мегапикселя. Фронтальная камера размещается в каплевидном вырезе экрана. Она тоже на 16 мегапикселей. Для обычной съемки в дневное время, либо для звонков в Вайбере и Скайпе сгодится. Но фотошедевры вряд ли у вас получится сфоткать. Сканер отпечатка пальца расположен на боковой грани, чуть ниже кнопки включения. А над ней можно заметить слот для карты памяти и сим-карт, прикрытый прорезиненной крышкой. Другие функции включают барометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности, акселерометр, гироскоп и электронный компас. Есть также NFC и система GLONASS с GPS-навигатором. OKTEL W8 Pro также имеет специальную настраиваемую кнопку, которую можно запрограммировать для ряда конкретных приложений. Можно настроить кнопку для функции одиночного, двойного и длительного нажатия. Работать система будет на голом Android 10, а это очень хорошо и благоприятно для быстродействия и общей работы устройства. OKTEL WP8 Pro поступит в мировую продажу 25 сентября по доступной цене в $120. Первые 400 покупателей телефона получат беспроводные наушники OKTEL. Подозреваю, что ценник в 120 зеленых продержится пару дней, а потом он подымется. Так что если вам нужен защищенный смартфон, то присмотритесь. Как за 120 деревянных, то устройство то, что нужно. А если вам не нужен дорогой смартфон и у вас бюджет немножко больше, то у меня вышел тест с обзором классного смартфона от Kubot с классными характеристиками. Так что милости прошу на обзор. Все ссылки есть в описании ниже. Хорошего вам дня или вечера и увидимся!